Вы знаете, я думаю, что я уже никогда не пропущу какое-то обновление по этой вот игре, потому что как только выходит по ней обновление, мне сразу пишут уйму людей в комментарии, чтобы я быстро это обновление снял. Ребят, всем привет, с вами Богдан. Это Грэнни, обновление 1.2. Капец, он задолбал этот девелопер, он задолбал. Он что, хайпит так же, как и мы все, или что? Че он ее обновляет? Честно, я как раз задумался на днях, что ему пора уже какую-то новую игру сделать. Уже как бы время подходит, пару месяцев уже прошло. Но он продолжает все еще обновлять Грэнни. Ваненька, давайте посмотрим, что за обновление. Обновление на самом деле лучше даже, чем первое, которое было. Мне оно больше понравилось. Игра стала сложнее, по крайней мере, в новом моде, который называется Hard Mod. И сейчас именно его мы пройдем. Я уже все посмотрелся, что только можно. Так, понятно. И за нормальный мод скажу, что там за картина появилась. Картина то фигня, ребят. Сразу скажу вам, это все фигня. Ну что, хард мод. Бабушка двигается быстрее и дополнительный замок на двери. Вот это хорошо, это хорошо. Я люблю сложности в этой игре, потому что игра стала слишком легкой с появлением арбалета. Посмотрим, что будет сейчас. Погнали. Сразу, пока этот додик встает, говорю за картину. Картина, ребят, это гиблое дело. Я вам сразу говорю, этот сбор картины. Что он дает? Вы собрали полностью картину, и в нормал и изи моде вам просто дают дополнительный 6-й день. Вот и все, ребят. На нормал и изи моде игру можно пройти за один день. Доказано, проверено, блин. Несколько раз уже на стримах у меня. Сколько я записей в Dark моде я прошу? Да я уже не считаю, блин. Так, там ключик, да, все, ключ красный тут лежит. Поэтому это хиблое дело, потому что вам еще надо эти части картины брать с собой, выбрасывать свои вещи, которые были в руках, нести их туда, нахрена вопрос. Тем более, что найти эти кусочки, молоток вижу, не так уж и просто. Кстати, хорошо, что как раз сейчас у нас есть молоток, я смогу спокойно показать вам все прелести чердака, который появился новый. Но я вам за картину еще говорю. Очень... О, батарейка, зашибись. Батарейку я тоже покажу, куда шпандорить надо. Так, тут ничего нет. Тут обычно молоток лежит. Не знаю, как в нормал моде. Я еще не проверял толком. Но в хард моде месторасположение предметов значительно поменялось. Например, молоток теперь может лежать в еще одном месте. И место это... Вот этот самый первый ящичек, да, который мы открываем, когда заходим на второй этаж. И там обычно может лежать синий ключ. Вот теперь там будет лежать молоток. Синий ключ теперь там не будет лежать, ребят. Я тут переигрывал несколько раз ситуации. Синий ключ сейчас может быть в трех местах. В сейфе. Вот той ячейке, где надо отверткой шпандорить. И в новом месте, на чердаке. Я его тоже покажу его. Возможно, в этот раз он там и будет. Это неизвестно. С громкостью. Вот так чуть громче сделаем, чтобы было нормально. Сейчас этот гепард прибежит, она очень быстро бегает на хардмоде. Надо сейчас постараться пройти это дело. Она бегает намного. Хуяк тебе, дура! Давай, побежала! Тетя Галь! Тетя Галя! Орел ебаный, а. Так, я закрылся. Нормально, теперь давайте. На второй, на второй, на второй. На второй, на второй. Так, нормально. В общем, я уже думаю, те, кто играл, все прекрасно понимают, что это такое. Это короткий выход из чердака в туалет. Это прикольный ход, мне очень понравился. А вот здесь советую не ходить, потому что я когда наебнулся, я так удивился, честное слово. Я был в шоке. Я был просто... Вот, кстати, синий ключик, вон он, там вентилятор. Так, ладно. Сейчас по-быстрому. Раз, два, три. И сюда. Можно сбить и одну, я знаю. Можно сбить и две, но я сбиваю три. Мне так синхронно, так хорошо, когда миношки все падают. Опа! Вот это, кстати, новая нычка. Мне так нравится, она топ. Мне... Я еще не проверял, как она убивает, когда она находит. Но я проверю обязательно. И вам советую. Вот она пришла. Давай валяй отсюда, дура, блядь.
Я тебя и на хармоде пройду. Ты меня заебал. Я тебя пройду в любом режиме. Только попроси. Сваливай. Мне еще надо брать это. Так, а теперь такой вот прикольчик, который, я так думаю, не все сразу поймут, для чего нам надо брать доски. Казалось бы, да, типа у меня достаточно подруг есть в реальной жизни. Зачем мне еще одна доска? Но доска нужна. Доска нужна. Да, блин, я, кстати, чуть не забыл. Надо будет... Ух ты. Надо будет взять арбалет обязательно. Ну, его обязательно надо будет взять. И убить бабуську. Потому что у бабуськи, у тети Гали, появились ноги, блядь. Ноги! Ноги, блядь. Ноги. Надо будет посмотреть. Так она сваливает. Сваливает замечательно. В общем, какой чудодейственный здесь способ. Опа, блядь. И вот, пожалуйста. Ну, сейчас она отойдет. Блядь, тут капканов тут народила. Народила, насрала. Так пофиг, блин. Теперь делаем вот так. Блядь. А теперь прячемся нахер. Подождем, пока она сюда... Она может сюда забежать. Она может прийти на вот те осколки, которые упали на первом этаже, а может прийти сюда. Проверено. Она и туда может бегать. Она дура конченая вообще. Так, опасность миновала. Берем. Советую брать молоток. Почему сейчас нужен молоток? Мы еще, кстати, даже доски не заделали. По центру не идите. Здесь скрипит, сразу говорю. А отсюда выбраться очень трудно. Тут дверь заперта, она только ее откроет. Но когда она ее открывает, вы же понимаете, сбежать отсюда не очень просто, потому что вам надо будет ждать, пока она здесь откроет, вы отсюда выбежите и будете драпать. Смотрите, что делает камера. Становимся сюда. Как только вы зайдете сюда, кстати, там плоскогубцы нужны, вы видите, да, синий проводок, чтобы остановить эту штуку, хрень. Как только вы зайдете, вас закроют. Потому что камера вас увидит, и она вас нахер закроет. Для того, чтобы открыть решетку, конечно же, бабуля прибежит на это закрытие, посмотрит, поугарает с вас. А потом вам, видите, да, такие красные шурупчики? Вам надо будет их снять. Конечно же, это будет лишний шум, потому что они упадут, а потом упадет сама дверь. И она сюда припрется и вас ёбнет. И все на изи. А так, чтобы этого не было... Мы делаем вот так, и все, дверь не закроется. Вот так можно пройти здесь. Тут я никак не возьму. Меня здесь рубает немножечко. Ничего страшного, нет. Немножечко крови. Это нормально. Так, молоток мне еще нужен. Вот здесь тоже аккуратно, ребят, проходите, потому что я проходил и наебнулся даже на доске. Хера себе, блядь. Тихо, бабулька. Все нормально. Сука. Вот так. Вот так, 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 так. Бля. Гепард бежит, орел ебаный бежит, блин, слушайте, она очень быстрая в этом моде, валим быстро за арбалетом, то би пизда, бабуля. Так, капкан уже пропал, я забыл, как говорится, капкан, капец. Ладно, бежим, до речи с этой дурой потеряешь. То би пизда. Давай, иди сюда, блин. Сука, оружие Петровича наготове, все нормально. Так, ну что, момент истины. Смотрите, 30 секунд в кармоде. Только 30 секунд. Ножички! Хо-хо-хо-хо-хо! Это ножки! Боже, я чувствую себя Галкиным. Боже, наверное, он тоже так же само счастлив, как я в этот момент. Ладно. В общем, 30 секунд. Как только она начинает растворяться, этот орел начинает растворяться, она тут же появляется. Ребят, я говорю... С арбалетом теперь просто так не побегаешь. Так. Нам надо найти бы плоскогубцы. Вот-вот-вот, она уже бежит. Можете себе представить, она уже бежит. Блин, сколько секунд-то прошло, ёханый бабай, дура, блин.
Дай синтол. Синтольный укольчик отдай. Я не могу без него. Мне без него грустно. Так, еще код надо бы найти. Так, код есть, хорошо. Код сразу появляется, кстати, в нормальном моде, по-моему, тоже. У меня сразу код был, это самое. Короче, был. Так, я, в принципе, знаю, где плоскогубцы. Вот, она уже пропадает, ребят. Все, это уже плохой знак. Ее красивые ножички начинают тускнеть и растворяться. И она уже где-то появляется. Поэтому это капец. Так, здесь плоскогубцы полюбе. Нет. А где? А где плоскогубцы? Это херово. Давай, я манекен уронил. Выходи. Дура! Вон она пробежала, я ее увидел. Здорово. Слушайте, у меня появилась такая идея интересная. Наверное, ее реализовать. Ладно, давайте потом. Это будет прикольно. Сука, блять. Я увидел. Так, хорошо, где я ничего не. В принципе, смотрите. Здесь. Я не смотрел вроде. Ух ты, как все херово-то, блин. А ну давайте искать. Где же могут быть плоскогубцы, блин, понимаете? Обида в том, что... Кстати, она уже там. Прикиньте. Синий ключ. У нас там. Где все остальное, блин? Капец. Это какой-то капец. Я, в принципе, догнал, где, наверное, сейчас будет будут плоскогубцы. Да, сейф-кей, там будут плоскогубцы, потому что, сами посудите, если у нас красный ключик лежит в ванной, синий у нас вентиляция, то и такой. Надо быть очень осторожным. То единственный вариант... Да, да, понятно, все. Вот раньше, по-моему, плоскогубцы не лежали в сейфе. Сейчас она тут пробежит. 30 секунд, блин, это мало, реально. Но это круто, понимаете? Наконец-то не будет просто обычного палева, ну, пальбы этой синтольной уколом этой дуры. Просто можно спокойно поиграть реально на хардкоре и себя попробовать. Блять, боже, какая она уродина. Я знаю, что я еще должен туда сбегать. Давай, дура, иди сюда быстро, гепард ты ебучий. Побежали. Все нормально, все нормально, все нормально. Блять, ебаный в рот, сука. Ой, сорян. Чё-то аж... Припугнула немножко. Ладно, все-таки за один день я это не пройду. Она очень быстро. Не попал немножко. Ладно, надо сейчас забрать плоскогубцы и пойти к вентиляции. Забирать синий ключ. Потом забрать код. Потом поставить батарейку. И все нормально. Фух. Третий день, блин. Я уже встал второй, когда открывал кодовым замком. Короче, эту дверь. Да, она меня уж пандохала. Блин, реально не слишком легко проходить. Чем бы пошуметь? А, можно поскрипеть. Так, сейчас. Во. Во, бежит уже! Ха-ха, блядь. Давай. I'm waiting for you. На. Хорошо. Побежали. Заберем то, что надо. Заберем то, что принадлежит мне, блядь. Тык. Вот это, кстати, можно бросить туда. Да. Бабуська, ты еще лежишь, тетя Галь? Блин, ножки кайф, да? Теперь никто не будет придираться, да? Прежде всего я. Прежде всего я не буду придираться к этому. Так, сейчас давайте ее еще переждем.
ты ё... Ой! Ты ёханый баба, это же надо было так косануть. Понятно. Клозин, Клозин, давай сюда. Хорошо, синий ключ у нас уже лежит. Сейчас заберем батареечку. Ну, сейчас для начала я ее ебну. А потом поставим батарейку. Блин. Херово. Давай, давай, хана тебе, бля. Так, забираем батарейку. В принципе, думаете, я успею добежать туда за 30 секунд и поставить батареечку? Давайте попробуем. Возможно, что-то получится. А потом быстро сюда в подвал. Самое обидное, что ты не поймешь, где именно надо спавниться. Может и тут, а может и на первом. Готово. Все ран. Все нормально? Все нормально. Хорошо. Что нам осталось еще? Чем бы поскрипеть, блядь? Давайте что-то уроним. Давайте уроним это кусок мяса. Нормально. Бабуська, ничего личного. Но такова жизнь. Чтобы ты постоянно получала по башке. Так. О, у нас только синий ключ остался. Все, давай, давай, братан. Все, звеню тут, да? Ну а дальше уже не сложно. Все открыли. Сейчас, 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 сейчас. Последний выстрел, бабушка, на ночь, на, засыпай. Ну все, ребят, вот так. Как-то так это все выглядит. Честно, стало намного сложнее. Видите, я не смог пройти за один день. В этот раз. Fuck you, bitch! Мы прошли. Мы прошли. Сси, блять, иди на чердак, дура, и поплачь там в дырочку. Все, ребят, мы прошли, нас вышло, мы прошли. Всем спасибо за просмотр. Будет еще, я думаю, один ролик в будущем, сразу вас подготовлю к этому. Какой, не скажу, о чем не скажу. Ну а пока что давайте прощаться, друзья. Всем пока, с вами был Богдан. До новых встреч. Не забывайте также подписываться на группу ВК, которую я оставлю в описании. И ссылочку на игру я тоже оставлю в описании, если вдруг кто не знал об этой игре. Хотя таких нет по-любому. Так что всем пока.